Цветочки. Все. Маленький уют появился, чуть-чуть уют. Вот я же говорю, когда если мы здесь до конца ремонт сделаем, здесь будет очень красиво. Все, лак начал подсыхать в каких-то моментах. Стол готовый. Вот такая красота. Все, Софья сделала светильник. Теперь можно спокойно за столом сидеть, свои дела делать, чай пить. Так что все с домом хорошо, товарищи. Все хорошо с домом. Это все временно. Поставь, чтобы обувь не валялась. Все это временно, товарищи. Вот так все будет устанавливаться, все будет облагораживаться. Да, Дагила? Вот такая красивая. Самый главный стол. Вот для меня самый главный стол, потому что мы за столом всегда сидим. Это наш общий стол, у нас всегда гости сидят, да? Всегда разборы здесь происходят любые.